зашли, такой, господи, какой-то корабль. Видно, что заявление есть. На нем кто играл? И Гагарин. Очень красиво, смотрите, музыкальный салон. Лен, птичий глаз, такое дерево необычное. Похоже на карельскую березу. Вот. Совершенно. А на другой стороне курительный салон. Вообще все салоны на Ледокола, интерьеры не повторяются. Все везде, так сказать, это самое. Целая группа архитекторов работала, а потом мастера-краснодеревщики выполняли их заказы. Представьте себе, вот все это было построено в конце 50-х годов. А были очень тяжелые времена. Тяжелые времена были, когда работа была, это были времена хорошие. Тяжелые времена, когда работы не стало. То есть я имею в виду, ледокол вывели из строя, а что-то сделать с ним было невозможно. Страна вся в развалинах лежала, 90-е годы минулые. И просто была задача просто сохранить, законсервировать. Потому что если бы ничего не делать, ну представьте себе, что бы сейчас это было. Служить на Кольском полуострове, поэтому он очень хотел снова приехать сюда. Вот, приехал, подумал. А кто это с Гагарином? А? С Гагарином рядом. А, вот хорошо, когда вот этот вопрос задают. Ну, в общем, люди, которые задают вопросы. Вот смотрят, ну никто не знает, кто его называет, Лукашенко, кто Папанин, что там. А сегодня мне тут одна дама сказала, он на Берию похож. Ну, спасибо. Это капитан Юрий Сергеевич Кучиев. Столетие которого мы будем отмечать послезавтра. Капитан этого корабля. Он был одно время капитаном на Ленине, но в истории он нашел как капитан атомного ледокола Арктика. Угу. Потому что Арктика впервые в истории что сделала? Попала на Ледовитый океан туда. Ну, Ледовитый океан большой. Ну, это. Конкретно, да? Ну, туда, где... Северный полюс. Да. Впервые в истории судно достигло Северного полюса, этим судном была Арктика. А командовал Юрий Сергеевич Кучиев. По сути дела, это самый выдающийся арктический рейс 20 века. А никто, спрашиваешь, никто не знает. Гагарина все знают. Ну, естественно. Да. А достижение-то одного уровня. Там. И причем, обратите внимание, Гагарин 61-й год, а это 77-й, на 16 лет позже. А от чего он? Да. А потому что сложная настолько задача была, что не смогли раньше ее реализовать. Это не год смерти, это год достижения. Да. Я думала, он умер в 77-м. Нет, умер он в 2005 году, но вот он похоронен, его прах похоронен на Северном полюсе, согласно его завещанию, да. Вот, и вот ваш покорный слуга эту печальную церемонию организовывал. Вот, все это. Вы ездили туда? Прям? Да, я ходил. Ну, а на чем вы? На атомном ледоколе бывал, да. Вместе с туристическим круизмом, с туристами. И мы туда пришли, ну, и выполнили его последнюю волю. Это Кастро? Ну, да, это Кастро, 63-й год, первый визит его в Советский Союз. Они приезжали сюда гостить, когда он был в Мурманске? Да, да. Не плавали? Нет, ледокол на стоянке находился в Мурманске. И совпало так, что он летел через Мурманск в Москву. Поэтому, конечно, ледокол надо помнить. Король Норвегии Харальд V, 30 лет назад он на ледоколе, должен сказать, что до сих пор король не правит Норвегию. А вот на Лужкове форма, это как может что ли любой человек одеть такую форму или это? А я не знаю, у королей у них там свои правила. Да. Сами понимаете, я в тот круг не общаюсь. Но... Ну и часто их можно увидеть, и принцы все эти. Чарльз, нет, я про Лужкова. Да. Он в форме военной. Лужков. Это не Лужков? Ну, да, ну если не Лужков, да. Но он, правда, Лужкова водил в свое время. В смысле, я думала, король соседей был. Вот это король, ну? А вот это Борис Макарович Соколов, главный капитан в истории атомного ледокола «Ленин». Командовал экипажем 40 лет. Уникальный случай и для отечественной, и для мировой практики. Нет? Вот, а вы,
Но Лужкова он водил примерно. Ну как, они похожи, да? Похож, конечно, знаете, как у нас тут Валерий Кастер называют? Мне кажется, он очень... Мне говорят, это Иван Ургант. Ну, Александр Николаевна Пахмут, я надеюсь, вы все знаете. Да. Слава Богу. Впервые здесь исполнила песню, очень популярную в советское Надежда? Время. Нет, не Надежда. Да. Усталая подлодка. Ну, пока не очень интересно пока. Вы еще там? Ведущие специалисты жили, у них как девушки, рядовые жили по два, по три, четыре человека. Вот. Ресторан какой-то очень хороший ресторан. Пожалуйста, поднимайтесь вот на эти ступеньки, смотрите туда внутрь. Два окошка, два атомных реактора перед вами. Вот так они выглядят. Смотри, можете сфотографировать на секрет ответ. Давайте, да, по очереди. Ну ладно. Значит, несколько слов о ядерном топливе. Вот внутри двух атомных реакторов 482 таких металлических конструкции. Называются они тепловыделяющие сборки. Такие своеобразные контейнеры с ядерным топливом. Этого объема ядерного топлива хватает на срок эксплуатации ледокола от 4 до 6 лет. Вот. Для сравнения возьмем дизель-электрический ледокол, значит, он берет около 5000 тонн жидкого топлива, хватает на полтора месяца. То есть видите, разница колоссальная. Извините, я прослушал. Сколько хватает в первом варианте? От 4 до 6 лет. Ага. Да. И какое количество? Ну вот 482 таких конструкции, ага. А сама топливная составляющая вот, маленький фрагмент. Вот, поэтому плюсы все атомных ледоколов отсюда и проистекают. Неограниченная автономность плавания может годами не возвращаться в порты, выполнять любые задачи на любом удалении. И большая мощность, в 2-3 раза больше, чем обычных ледоколов, что тоже хорошо подтверждает цифры. За всю историю, вот начиная с августа 1977 года, наши атомоходы посещали Северный полюс 120 раз, ледоколы всего остального мира не атомные. Были на Северном полюсе 12 раз. Правильно. Мог бы еще работать, кстати, он еще был боеспособен, но приняли решение в связи с тем, что к этому времени было уже 4 или 5, мне 5 кажется, атомных ледоколов 2-3 поколения. Они закрывали задачи в Арктике, которые на тот момент стояли. Ну а какой смысл тогда, если может и большой нет, он уже устаревший был, естественно, уже вчерашний. А вот там все прям как было или там что-то... Все как было. Мы ничего не меняли. Говорят, что залили бетоном, нет? Не, ну это заливали, но это вы не видите. Это сделано решение по повышению радиационной безопасности. Это глазами это не видно, это там внутри. Ну еще просто важно отметить, что там люди были только на обслуживании. То есть там... Там людей вообще... Там стоят вообще манекены, и... да, и это... Ну это они периодически туда ходили при необходимости. А регулярный контроль вот здесь... Здесь 4 барьера защиты от радиации, поэтому здесь нормальный радиационный фон, здесь круглосуточная видимость. А там до сих пор? Немножко есть, наведен, так называемая, ну я не цифру вам не скажу конкретно, наведенная активность медали. Вот ее никак не будет произвести вообще. Но она не такой опасности. Дальше, да. А там получается как две установки, да, или там, да? Там их две, или как? Два, там их два. Иностранцам объяснишь, проектный срок 25 лет, отработал 30, никаких вопросов. А русский человек говорит, а вот если бы еще чего-то, то потому плохо живем. Лучше технику чаще обновлять, чем вот, и выжимать из нее сюда последнего. Давай.
находимся на ходовом мостике, это самая высокая точка на ледоколе. Здесь отсюда осуществлялось навигационное управление, все, что связано с мореплаванием. Главный инструмент управления, вот там штурвал, посмотрим, вот эти переводчики машинного телеграфа. С помощью вот этих ручек обеспечивалось маневрирование. Маневр — это основа безопасности плавания в Арктике. Дело в том, что самая большая угроза для людей, для судов, которые идут за ледоколом, караваном, это ледовое сжатие. Начинается оно обычно внезапно, резко меняется погода, под воздействием сильных ветров ледовый покров взламывается, и миллионы тонн льда приходит в движение. Кончится все может очень печально. То есть канал захлопнется проложенным ледоколом, а в канале, можно сказать, беззащитные транспортные суда, у них свое назначение. И если ничего не делать, они просто могут погибнуть. И погибают, к сожалению. Единственный способ избежать этой угрозы — все время маневрировать. Дело в том, что ледовое сжатие зависит от направления будущего ветра. Поэтому если мы не направляем движение права, то ледовое сжатие. Что касается самого ледокола, что для него лед не так страшно, как в Китае. Закончил рассказ, в чем принцип движения сквозь льды. Первый арктический ледокол «Ермак» был построен по чертежам Степана Осиповича Макарова, нашего великого адмирала. Правда, строили его в Англии, наверхе в Ньюкасле. Вот. Ледокол отслужил 65 лет, и мы его не сохранили в студии нашему. Представьте себе, вот Ленин 30 лет отслужил. Но Ленин тоже достоин, конечно, сохранения исторического. Это ледокол «Победы». По-разному. Тут трудно. Дело в том, что в Арктике все коренным образом поменялось. Вот в первом своем рейсе в 1960 году атомный ледокол «Ленин» провел караван из 38 судов. Вот. Через пролив Вильгицкого, пролив между Карским и морем Лаптевым, самое тяжелое в навигационном отношении место в Арктике. Вот, 38 судов. Сейчас в Арктику вот вы попадете, вы увидите ситуацию полностью противоположную. Два атомных ледокола ведут одно судно. Но это судно в полтора раза шире, чем этот атомный ледокол. А по объему грузов
оно может 10 раз больше, чем было на тех 38. Они, шире, а? Они идут вот уступом с тем же канала одного ледокола. Не хватит для супертанкера 150 тысяч тонн. Но если то судно, которое идет дальше, оно шире, как тогда оно... А вот они, они делают два тамохода, два канала, а, уж, он уже там уже доталкивает, что называется, для себя новый токсик. Так что видите, все в Арктике меняется. А и Арктика меняется. А в новых проектах эта ширина учитывается? Да, будут новые шире будут ледокол. Вот это 27,5 метров. Вот сейчас, которые строятся, 35 метров уже шириной будут. А вот есть планы такие, где-то в районе 40-го года появится ледокол «Лидер». Мощность его будет 150 тысяч лошадиных сил, то есть 3 с лишним Ленина в одном корпусе. Вот. Он будет где-то около 35, он будет где-то 50 метров. Ну там вообще размах такой большой. Вот. Ну давайте два слова здесь поговорим. Я вам немножко уже об архитектуре разговаривал. Ну вот пример архитектуры ледокола, это каюта капитана. Состоит она из 5 помещений. Вот главное из них салон капитана, только его показывают. Была ситуация в 83-м году, грозила зимовка во льдах 25 судам. Тяжелейшая была ледовая обстановка. Вот. И только атомный ледокол смогли. Последняя была в 57-м году, зазимовали сюда в Арктике. И только вот атомоходы спасли ситуацию тогда. И американцы там кричали, говорит, все, русским конец пришел в Арктике. Кончается их монополия, но все монополия в Арктике. Похоже, что все приходит к концу. А мы взяли все проблемы, решили. Капитан ледокола Арктика Анатолий Алексеевич Ломехов. К счастью, еще живой, 88 лет, да. Ну, больной, правда, сильно, но вот получил звание героя. За эту операцию. Ну, правильно, заслужил, конечно. Вот, так что вот такие вот ситуации бывают. Каюта старшего механика, посмотрите, две комнаты, вторая комната там за перегородкой, спальня, ванна, туалет. Здесь все так, да, достаточно функционально, рабочее место, место отдыха. И видите, дерево тоже красивое. Красное дерево, ореховое дерево, ясень. Вот, в общем, такое довольно разнообразные интерьеры. Вы знаете, это очень много значит в Арктике. Ну, вообще-то надо со штурмом разрешение. Не, я там был и выступал, уже, я уже вышел. Ну, забейте. Окей. До свидания. Спасибо.